Сегодня в столице прошла очередная ярмарка вакансий, где каждый соискатель мог подобрать себе подходящую работу. Мероприятие в Астане проводят на постоянной основе. Благодаря таким ярмаркам уже 2500 граждан официально трудоустроены. Работодатели отмечают, что постоянно участвуют и успешно находят новые кадры. В рамках работы по сокращению молодежной безработицы столичным акиматом ежеквартально организовываются ярмарки вакансий. Такие мероприятия приносят пользу не только соискателям, но и работодателям. Стараемся посещать часто такие ярмарки, потому что действительно есть люди, которые приходят именно с ярмарок. Основная цель таких ярмарок – это максимальное трудоустройство безработных граждан и содействие в поиске подходящей вакансии. В честь Дня молодежи совместно с Управлением молодежной политики, Управление занятости и Центр трудовой мобильности организуют мини-ярмарку вакансий. На сегодня участвуют более 16 работодателей, предоставляют более 300 вакантных мест. В ярмарке приняли участие столичные высшие учебные заведения и общественные организации. Я пришел, чтобы найти себе работу. Я ищу вакансию в финансовой сфере, желательно в каком-нибудь банке. Такие мероприятия акиматом совместно с Центром занятости будут проводить постоянно. Селяс Думанказа, Болотбек Табалдиев, Хабар.